Друзья, я решил запилить новый видос для нас, для вас, для меня и для себя в первую очередь. Я всегда думаю только о том, чтобы видео, которое я сниму сегодня, мне понравилось. Сегодня 19 мая. 19 мая в Тольятти. Вот, 24-й год. Вот, я вышел на прогулку. Воскресный день. Доехал на 91-м маршруте до порт-поселка. Вы знаете, я люблю это место. Всегда здесь с удовольствием гуляю. Май. Я так люблю май. Вообще, любимый месяц года. Я, в общем-то, в мае родился. Все цветет. Все. Все цветет. Все кустарники, все деревья. Все цветет. Черемуха уже отцвела. Сирень цветет вовсю. Это май. Короче, я иду пешочком через зону отдыха. И собираюсь сегодня дойти до автозаводского района. А вот сейчас будет памятник Татищева слева. Слышите их голоса? Иду на итальянский пляж. Хочу просто одним глазком взглянуть, какой он прямо сейчас, 19 мая. 24-го года! Такие жесткие заморозки были. Я уехал на работу, и вся трава была покрыта инеем. А это дикая яблоня. Смотрите, какая лепота. Итальянский пляж, друзья. Вода, 5-7 градусов, наверное, может 10, не знаю. 2 года назад до Копылова я купался вот в этой воде. Она, конечно, холодная, но она чистая. Воды много. Вода чистая. Но здесь много зрителей. Хотя я вижу, люди загорают тоже. Нормально так, нормально. И это очень странно. У реки, казалось бы, где должно быть холодно, здесь хочется раздеться. Правда же, жарко. Жаркая погода. Пляж. Пляж, он греет сам по себе. Наверное, даже зимой здесь достаточно тепло.
Мужички окунулись. Вот эти два мужичка окунулись. Молодцы. Молодцы. Что, сильные ребята? Я тоже искупался, ей-богу. А вот еще один дедушка искупался. Тоже молодец. Красава. Я уверен, здесь в 70-х годах была лавочка. Друзья, я продолжаю двигаться по зеленой зоне нашего прекрасного, чудесного города Тольятти. Вот и проходим яхт-клуб «Химик». Совершенно, кстати, не изученная мной территория. Судя по тому, что я не вижу здесь это как-то проход для людей. Хотя место, я уверен, очень интересное. Все застроено такими коттеджиками какими-то. Вон они все. Там, видите, какая сосна. Вот это да. Как ее скрутила жизнь. И она видела многое. Она видела почти все. Почти все, что здесь было когда-то. Вот. А продолжается. Я хочу дойти до нового города по этой дороге для пешеходов. Вот, я не хочу идти вдоль обочины, потому что это, во-первых, опасно и вообще как-то стрёмно. Я чего, вышел погулять в родном своем городе. А вот это Лада Резорт, пятизвездочный отель для французов, его строили, да? Кто там сейчас живет? Корейцы, кто там? Вот это вот Лада Резорт. 5 звезд, все дела. Интересно было бы тоже там побывать. Нормального. Есть. Вот Лада Резорт. 5-звездочный отель на берегу Волги. Есть отель нормальный. Как кто-то думает, что в Крыму нет нормальной инфраструктуры. Друзья, Фароси, Мрия Резорт энд Спа. От 60-70 тысяч за сутки только начинаются цены. Вот это реально хороший отель. Реально хороший. Я всем рекомендую Крым. Люблю Крым, но в этом году я пас. В этом году я пас. Я на даче поживу этим летом. У меня на даче скопилось полно дел. Вот. Короче, я двигаюсь. Всем хорошего вечера и приятного просмотра, друзья. Да, и не забудьте лайк. Лайк, подписка, само собой. Друзья, я давно заметил такую вещь. Как бы я не планировал свой маршрут, как бы четко я не выстраивал его, на самом деле я всегда нахожу новую дорогу. И это бесконечная тема. В Тольятти. Я живу в Тольятти всю свою жизнь, 54 года с половиной. Ну, почти 55. Я всегда нахожу новую дорогу. Я даже не ожидал этого. Смотрите. О, Щербатая гора. Я иду вдоль лесопаркового шоссе. Пока был асфальтик там туда-сюда, я как-то шел по обочине. Потом вдруг в какой-то момент увидел эту дорогу. На карте она идет примерно правильно. Может, даже чуть лучше я увидел.
под ногами песок. Такая теплая погода, я снял свою толстовку. Ветерок чуть-чуть свежий, но в целом отлично. В целом отлично. Вот наш Тольяттинский лес. Горит, горит. А потом снова. А вот стало опять видно Волгу. Вон синева. О, друзья, правда. У кого-то нет и этого. А у нас целое море. Я люблю его. Когда теперь я соберусь на черное, неизвестно. Я в целом ничего не имею, конечно, против моря. Не стоит менять. Наше море, привет, девушка. Наше море на черное. Просто деньги, суета. И там стесненные обстоятельства, и там не наши. Да там вообще все не так. Там все не так. Так что у нас здесь, на Волге, лучше всего, я вас уверяю. А вы знаете, на Ютубе полно роликов, где пишут, что одуванчики можно и даже нужно есть. Почему нет? Я хочу попробовать. Да, а чё нет? Не отравлюсь. А потом всё запью пивом. Расскажу вам. Он почти как салат у мамы на даче. Реально сырой, вполне съедобный. Ну, пыльные, конечно, нужно было не помыть. С грязью прям вместе съел. Друзья, я бы в трезвом виде и в здравом уме никогда не решился бы на это. Одуванчик. Не, он реально, он съедобный. Серьезно, он прям по вкусу. Чуть-чуть горчинка, да, чуть-чуть. А так он как остренький салат какой-то. Вот что в нем остренькое такое. И в то же время сочное. Притом, смотрите, в лесу вдоль дороги я сорвал его. Конечно, возле вашего дома я вам не рекомендую. Но в лесу... вполне съедобные дуванчики. Да не, нормально, можно есть, реально. Причем, говорят, и листья, и стебли. Одуванчики — это гуд. Мухоморы я вам не рекомендую, а одуванчики можно. Thank you.
Бедное животное. Кто-то принес ему шишечки. Прилесье. Санаторий Прилесье. Вот такая здесь скульптурка. Она из металла. Внутри бетон. Вот. Это не очень интересно для людей, далеких от Тольятти. Это им не понять. Простые вещи, казалось бы. Простые. Совершенно простые вещи. Просто достопримечательность для тех, кто здесь живет. Я приезжаю на профосмотр, я вижу эту киску здесь много лет, она всегда, она очень давно здесь стоит. Смотрите, какие у нее лапки. Вот. Смотрите, какие у нее лапки. Как из Маугли, примерно как из Маугли. Я чувствую себя Маугли, выйдя из этого леса. Вот, повстречавшись с этой багирой, пантерой, как из нашего замечательного мультика Маугли. Тут как-то так. Так. Да.